парни-молодчики, да? Важный день, важная победа. Тем более молодцы в овертайме. Так что это зачет. И то, что ловили на себя броски, бились до конца, выстояли в меньшинстве, да, это огромный плюс, это проявление характера. Молодчики, парни. Александр. Ну, Шмидт здорово забил. Меньшинство сегодня здорово. Бились. Тимыч. Уф! Мужики, ну на самом деле, вот видите, какая игра получается. Бились до конца, ловили на себя, не щадили никого себя. И от этого результат. Красавцы, продолжаем.